Бывшие супруги, хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея, пытаются разделить совместно нажитое имущество уже больше года. Похоже, Иван не собирается быть джентльменом и намерен биться с экс-возлюбленной до последней копейки. Сейчас Телегин выдвинул новые требования, которые поразили общественность. Адвокат певицы рассказал следующее. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные Пелагеей за 3 года брака. Также Телегин заявил свои права на загородный дом за 54 миллиона, квартиру в Москве, денежные счета и автомобили. Общая стоимость имущества, подлежащего разделу, составляет порядка 140 миллионов рублей. При этом юристы Пелагеи выяснили, что Иван скрывал свои реальные доходы от супруги. Например, он продал одну из квартир, приобретенных в браке. Однако заработанные от сделки деньги, а это порядка 30 миллионов рублей, таинственным образом исчезли. Сейчас певица живет в московской квартире, на которую также претендует экс-супруг. Адвокат певицы объясняет ситуацию так. Квартиру за 85 миллионов, в покупке которой Иван Телегин не участвовал, он тоже продолжает делить через суд. Это недвижимость Пелагеи, купленная на деньги ее матери и продюсера коллектива «Звезды». Мы об этом неоднократно говорили и предоставили в суд все доказательства. Известно, что пока бывшим супругам удалось договориться только по вопросу алиментов на их совместного ребенка, 4-летнюю дочь Таисию. Телегин обязан отчислять 1/4 часть своих доходов. Половина средств будет поступать на спецсчет, которым Тая сможет воспользоваться после наступления совершеннолетия. Не успев развестись, Иван Телегин уже сделал предложение своей новой возлюбленной, девушке из очень обеспеченной семьи, Марии Гончар. Именно к ней спортсмен ушел от Пелагеи, оставив ее с маленькой дочкой на руках. Кстати, в скором времени хоккеисту предстоит еще одно судебное разбирательство с его первой гражданской женой Евгенией. Ее Телегин также оставил с новорожденным ребенком на руках. Теперь девушка в одиночку воспитывает их общего сына Марка. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.